Всем привет, друзья, с вами Маракаси. Итак, давайте посмотрим бой на бабахе ФВ-4005 Stage 2. И, конечно же, нас будут ждать сокрушительные выстрелы. Игрок продемонстрировал очень хорошую точность. Ну и, конечно, удача у него тоже, что надо. Так что давайте смотреть внимательно, как нужно нагибать на бабахе. И, кстати, разработчики в своем, ну, в общем-то, там интервью как бы взяли и ответили, что с бабахой ничего особо делать не будут, поэтому бабаховоды могут расслабиться и дальше разносить рандом в щепки. Так что тут, в общем-то, без изменений, скорее всего, будет. Итак, сегодня, кстати, предбоевые инструкции для оборудования по скидке 50%. Это у нас настройка прицела и калибровка оптики. 135 бон, ну, мне кажется, полезная вещь. Я лично приобрету. Не знаю, как вы. Ну, не говорю, что обязательно нужно покупать, тратить боны на это. Но иногда может пригодиться, поэтому... Тут уже кому что, кому-то нужно, кому-то не нужно. Но не сказать, что предложение бесполезное, как это часто бывает. Хотя на самое бесполезное и странное предложение всегда найдется покупатель. Итак, друзья, хотите выиграть бесплатно золото? Просто комментируйте видео. Замечательная возможность обогатиться – это комментировать видео. И не забудьте указывать свой игровой ник. Так что вы будете участвовать в розыгрыше золота абсолютно бесплатно и выигрывать, соответственно, это самое золото себе на аккаунт. Приветствую всех, друзья, с вами Маракаси. Итак, давайте поиграем на сайте World Hub в очередной раз и попробуем выиграть прям танк. Наконец-таки я начал уже выздоравливать по голосу, возможно, это слышно вам. Так, отличный приз. Кировец один падает, это замечательно. Но, может быть, еще что-то есть, давайте посмотрим. Так, немного золота. Опять немного золота. 1500 голды. Опять 1500 голды. Но, в принципе, уже и так нормально я выиграл. Давайте на этом мы закончим игру на сайте WhatHub. Но перед этим хотел бы показать вам промокод. Активировав его, вы получите бесплатно золото на сайте. Так что просто заходите, активируйте MRKSWW. В каждом видео разные коды, так что можете их отслеживать и активировать на сайте. Сама ссылка на сайт находится в описании или в комментарии закрепленном. Новый немецкий тяжелый танк 9 уровня, полноценный прем на вашем экране. ПЗК ПФВ Tiger Maus 120 тонн. Соответственно, интересно, за что разработчики данный прем готовят, так как у нас все-таки прем танки 9 уровня, вы знаете, чаще всего используются во всяких марафонах. Хотя классических марафонов мы уже очень давно не видели. В основном во всякие там боевые пропуски добавляет марафон. Кто знает, может быть, именно этот танк и пойдет в марафон боевой пропуск, но это не точно. Также вы можете посмотреть характеристики этого танка, я уже их в прошлом видео обсудил. В принципе, характеристики вполне даже неплохие на первый взгляд, то есть у танка большая альфа 530. У танка довольно-таки неплохая броня, у него много прочности. Ну, такие вот типичные плюсы тяжелого немецкого танка. Насколько же танк будет хорош в бою, это мы увидим только в будущем. Также старт киберспортивного турнира «Легендарный охотник. Деньги
получат 5000 игроков, при этом, ну, обычных игроков, не блогеров там каких-нибудь, хотя, может, блогеры тоже могут в этом всем участвовать, но у них там как бы отдельная движуха, а уже как бы набралось 9 миллионов рублей. Там наборы нужно покупать, соответственно, чтобы в казну этого турнира шли деньги. Стоит ли участвовать в этом всем? Ну, на самом деле, да. Потому что, во-первых, участие бесплатное, во-вторых, можно на сайте активировать специальные задачи, которые дадут вам неплохую относительно халяву. Да и условия на самом деле максимально простые. То есть вы активируете, соответственно, задачи специальные, после чего вам нужно сыграть 25 боев и показать в них наилучшие результаты, ну, постараться, по крайней мере. И если вы получите там много чистого опыта, то в таком случае вы займете какие-то высокие места и тем самым получите разнообразные призы. При этом 5000 игроков с наибольшей суммой чистого опыта за 25 лучших боев в Соленом Охотнике получат денежные призы. Занявший 11 место получит не менее 3500 рублей. Занявший 5000 место не менее 300 рублей. Суммы денежных переводов, короче, там можно будет получить на специальный кошелек. Соответственно, также можно получить еще и золото абсолютно бесплатно, в зависимости от того, какое место ты занял. Ну, там денежных призов всего 5000, а призов, ну, золотых, именно золото игровое, конечно же, их больше. Также, друзья, вот такая вот еще интересная халява в виде боевых задач присутствует, но, опять-таки, повторюсь, чтобы активировать данные задачи, вам нужно залогиниться на официальном сайте. Не путайте сайты, потому что мошенников предостаточно. Официальный сайт игры tanki.su, соответственно, ну, можете просто в Гугле там или в Яндексе ввести «Мир танков», и вам выдаст на первой же как бы выдаче, ну, на самом верху, «Мир танков», официальный сайт, и там находите эту новость, активируете ее. 2 дня прямо, например, можно получить на халяву, что неплохо. А также резервы разнообразные, демонтажные наборы, 5 штук X5 опыта, 150 тысяч серебра, 250 бон и много всего другого. В принципе, довольно неплохие призы. А на Европе тем временем новый Twitch Prime аккаунт появился. Но если вдруг вы играете на Европе, это вам интересно будет, возможно. Среди танков тут Lancen C, FV4202, Skoda T27, X2 экранированный, X5 опыта, также ремки, аптечки, огнетушители. В общем, все довольно-таки неплохо. День према. Ну, действительно, Twitch Prime держит марку. Тут, ну, никуда, в общем-то, не уйдешь от этого, что, соответственно, это бесполезный какой-то набор, кто-то так считает, но объективно по призам все нормально. Но, в принципе, и на «Мире танков» вы можете тоже найти много всего халявного. То есть, в принципе, у каждого сервера есть теперь какие-то свои отличия и преимущества. На каком играть, это чисто на ваше усмотрение, кому где удобнее. Единственное, что мне не нравится на Европе, так это цены. Там они, на мой взгляд, все-таки высоковаты. И, друзья, на этом все. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Если не сложно, поставьте лайк данному видео, ну или дизлайк, если вы там разочарованы в чем-то. Не забывайте писать комментарии, указывайте свой игровой ник с средств и выигрывайте золото. Желаю вам всего хорошего, удачи вам!